с вами Дмитрий из ProGuitar.ru, и сегодня я представлю вам цифровой ревербератор от фирмы Strymon под названием Blue Sky. Это цифровой ревербератор, произведенный в США, эмулирующий три аналоговых ревербератора в трех возможных режимах, оснащен мощным DSP-процессором. Рассмотрим его поближе. Как видите, Strymon Blue Sky оснащен 5 регуляторами, 2 фуд-свитчами и 2 трехпозиционными переключателями. Правый переключатель позволяет выбрать один из трех классических ревербераторов, левый же дает возможность выбора режима. Decay контролирует время затухания. Поворачивая ручку по часовой стрелке, мы увеличиваем площадь помещения. В крайнем левом положении мы получаем совсем маленькую комнату. На 12 часов мы получаем среднее помещение. В крайне правом положении мы получаем бесконечное помещение. Ручка микс отвечает за баланс между реверберированным сигналом и необработанным звуком. В крайне левом положении мы слышим только необработанный звук. Поворачивая по часовой стрелке, мы постепенно добавляем реверберированный сигнал. И в крайне правом положении мы слышим один эффект. Ручка pre-delay отвечает за время задержки между чистым сигналом и реверберированным звуком. В крайне левом положении задержка минимальна. В крайне правом положении задержка максимальна. Ручки Low Damp и High Damp отвечают за тоновую окраску звука. Поворачивая ручку Low Damp в крайне левое положение, мы избавляемся от низких частот в обработанном сигнале. Поворачивая ручку по часовой стрелке, мы постепенно добавляем низких частот вплоть до их максимального значения. Аналогично с ручкой High Damp. В крайне левом положении мы избавляемся от высоких частот. В крайне правом положении мы достигаем их максимума. Strymon Blue Sky эмулирует листовой ревербератор, комнату и пружинный ревербератор в нормальном режиме, режиме модуляции и режиме Shimmer. Отдельное внимание стоит уделить фуд-свитчу Favorite. Он позволяет сохранить понравившиеся настройки ревербератора и возвращаться к ним в любой момент по одному нажатию кнопки. При вращении регулятора диод рядом с кнопкой Favorite будет гореть более бледно. А когда регулятор попадет в сохраненное положение, диод снова будет светить ярко. Strymon Blue Sky – отличный высококачественный ревербератор, достоин занять место в твоем педалборде. С вами были ProGuitar.ru и я, Дмитрий. Пока.